снимай и машинами пойдем снимать. На экспертизу везли? А на предмет обвинения проверили? Проверите. Есть подозрения по тому, что... Пойдем в машину. Вот так у нас ездит глава района. Номера машины его, за рулем был он. Представляете, что он творит? Беспредел. И перекресток мы возьми. Покажи весь перекресток. Все нормально. Ты когда не понес как? Здравствуйте. Это вы были за рулем, да? Глава района у нас. А вы мне так освидетельствовать будете проходить, как положено? А как вы объясните вот эту ситуацию сейчас с аварией? Правильно объяснять или как? Нет, правильно, по-нормальному. Вот по-нормальному объясняю. Вот я еду оттуда, да? Скорость никакая большая, значит, это целый. Там же плакат висит, аншлаг. Потом знаю, уступи дорогу. Я смотрю на эту сторону. Посмотрел, никого нет. Смотрю на эту сторону и потихоньку проезжаю. А там же поворот. С поворота эта самая машина на большой скорости едет и передо мной. Вот и все. И что там? Ну, получается, вы не заметили машину и не уступили. Машина, да? Вот поворот же там есть. Он с поворота. Вот. Его до поворота не было машины. Я же посмотрел на эту сторону. Оттуда еду, наверное. Машины не было. Посмотрю направо. Посмотри налево, посмотри направо. Ну да, как положено, да. Вот, все, значит, и еду, перекресток проезжаю и смотрю, машина передо мной. Я говорю, ты откуда взялся? Вот и все.